Здравствуйте все! Вы на канале Мед Плюс и смотрите программу Мед Плюс Меню. Меня все еще зовут Василий, и в наших программах мы готовим известные всем и любимые всеми блюда. Я доктор Тигран. Сегодня будет интересно. Сегодня мы попробуем сделать сбалансированные вареники. Всем привет! Я Влад, шеф-повар, и я покажу, как приготовить правильно и, конечно же, красиво наши вареники. Итак, перед нами обычные, известные всем, вареники, они с картошкой, сметаной и даже с зажаркой из лука. Что в этом всем неправильного и несбалансированного, и что мы будем менять? Я не хочу сказать, что это неправильно, я хочу сказать, что это высококалорийный продукт. У всех у нас зачастую есть лишний вес. Если мы сделаем такой же продукт или даже вкуснее с Владом, то мы снизим потребление калорий, наладим вес и будем жить долго и счастливо. Чем будем начинять вареники сегодня? Сегодня мы будем начинять с творогом и зеленью. Мы заменили в этих варениках, мы убрали масло с теста, мы заменили начинку, и мы также не подадим со сметаной, которая есть более жирнее, а подадим с греческим йогуртом, также с зеленью и чесноком. Приступим, друзья! Давайте начинать! Займемся сначала тестом. Тесто мы будем делать заварное. То есть пропорция простая, чтобы дома легче всего можно было приготовить, это 1 к 2. Берем, например, на 200 грамм муки 100 грамм кипятка. Сначала можно прямо вот так сюда высыпать. На столе? Да, будем прямо на столе. Ага. Включите чайник, пожалуйста. А пока можно перетереть творог для нашей начинки. Давай. Перетираем творог до состояния... До состояния перетертого творога. Так, наше тесто немного добавим соли. Так. Прям сюда делаем вот такую воронку, сюда заливаем кипяток. Мне это напоминает, как мы когда-то цемент. Да, цемент из теста у нас был. Замешивали. Да, сюда водички и лопатами потом перемешивали. Далее добавим 3 ложки сахара. Да я шучу. Какие 3? Все 17? Да. А правда сюда добавляют сахар? В тесто, да. Тесто добавляет соль, сахар. Я очень прошу, не делайте этого. Это не нужно. Во-первых, когда организм потребляет сахар, то рецепторы на него настроены как на самое приоритетное. И, например, вы теряете вкус остальных продуктов, вы его даже не чувствуете. Сахар забивает все рецепторы. Вывод, друзья, это не нужно ни тесту, ни вам. Это нужно только сахарным трейдерам. Не помогайте им. Не надо обвинять сахарных трейдеров. Сахар – это отличный продукт, который имеет свое место. Он показан больным людям, он показан фармакологией. Из него это предшественник многих хороших продуктов. Просто не надо его кушать. Вот и все. Порубим пока зелень, чеснок мелко и добавим в творог, перемешаем. А какую зелень? Зелень берем, все. Зелень все остальное, добавляем укроп, да. В перетертый творог, да? Да. Ну, где-то... Пока это происходит, вопрос к доктору Тиграну о тесте в принципе. Говорят, что любое тесто – это не очень хорошо. Так ли это? И любое ли? Чем отличается сложный углевод от простого? Чем отличается правильный углевод от сахара? По сути, это два одинаковых вопроса, это идентично. Я бы не советовал использовать очень-очень мелко перетертую муку. Очень-очень мелко, потому что она настолько мелкая, как пыль, что она получает качество практически быстрых углеводов. Но это все равно далеко не сахар. Это все равно не настолько опасно, как сахар. Но просто пользуйтесь мукой крупного помола. Из твердых сортов зерна. И это будет идеально. Причем вы можете просто взять любую рис, вы можете взять пшеницу, вы можете взять тот же овес и сами перетереть его. Угу. Например, в кофемолке или блендером, да? Да, и это будет мука, и проследите, чтобы не измельчать ее в пыль, и это будет потрясающий продукт. Давайте делать наше тесто. Я взял одну миску муки, поэтому добавлю половину от этой миски. Воды. Мы добавляем кипяток, да? Кипяток можно просто хорошо горячий, свыше 70 градусов. И заметьте, друзья, что в тесте
что в тесте Влада сегодня нет яиц. Кстати, чем будет отличаться тесто без яйца от теста с яйцом, кроме вкуса? Будет отличаться тем, что продукт без яйца, он практически, он вообще... у нас творог есть. Ну, он будет содержать и белки, и жиры, и углеводы. Просто меньше. Просто меньше? Да. Кстати, надо аккуратненько с тестом, можно вначале ложкой, потому что вода очень горячая, чтобы не обжечься. Ага. Да, и обязательно использовать просеянную муку, чтобы избавить от лишних комочков, лишней, да, пыли. Ну и раз уж мы говорим о тесте, еще один логичный вопрос, который нельзя не задать, раз здесь присутствует доктор Тигран. Вечно худеющие люди избегают как огня всего мучного. Это правильно или не надо всего прям избегать? Это те люди, которые теряют вес, те люди, которые поддерживают себя, и те даже, которые набирают, должны потреблять и белки, и жиры, и углеводы. Просто людям, которые теряют вес, нужно создать за счет углеводов дефицит, чтобы организм использовал свой жир. Но когда вы долгое время не даете организму углеводы, наш организм входит в такую фазу, в котором жиросжигание практически полностью останавливается. Несколько дней без углеводов организм начинает думать, что он умирает, у него нет энергии, и он начинает экономить. Это очень сложные процессы. Не вздумайте полностью отказываться от углеводов. Это категорически неприемлемо. Вы этим нанесете себе только вред. И замедлите, очень серьезно, замедлите свое возможное похудение. Так, тесто готово. Его на... Так, зелень. Зелень в творог. Зелень в творог. Тесто. Всю? Да, все. Немного подсолите и добавьте чеснок и перемешайте. Тесто надо отдохнуть, примерно на час его в холодильник, можно полчаса где-то оставить. Этот процесс нужен тесту для того, чтобы подойти? Не, мы же без дрожжей. А, без дрожжей. А зачем тогда мы его оставляем в покое? Просто, чтобы оно равномерно разошлось. Не подошло, а разошлось. Понимаете разницу? Да. Не подошло, а разошлось. Так, я справился. Да. Вот так выглядит творог с зеленью. Это, насколько я понимаю, наша начинка. Да. Да. И прошел уже час. Мы достаем наше тесто. Оно хорошо отдохнуло, мягенькое, податливое. Отдохнуло. Отдохнуло только не в Египте, а на Северном полюсе. Да. Да. Ну что, будем раскатывать. Подай муку, пожалуйста. Мука. Прошу вас. Худеющие люди часто устают от процесса вечного подсчета калорий. Как себя к этому приучить и насколько, какие-нибудь, может быть, рекомендации, как к этому автоматически? Очень, очень хороший вопрос. Вот они устают, но да. На самом деле, как показывает моя практика, 90% успеха – это когда люди начинают считать калории. Вот представьте, вы возьмете и не будете задавать вопрос, вредно это или полезно, а возьмете и посчитаете, сколько, чего вы съедите, съели за сегодня, сколько там было белков, жиров, углеводов и калорий. И вот это уже 90% вашего успеха. Хорошо бы иметь. Потому что там вы уже увидите, приложений полно, платных, бесплатных. Пожалуйста, качайте, делайте. Есть сайты, где это делается. Это можно вообще сделать очень просто. Это можно взять, почитать на обертке продукта состав, посмотреть, сколько вы его использовали и рассчитать. Именно в процессе подсчета мы обнаруживаем, опа, так а я, оказывается, масло полезного добавлял на 600 калорий в день. Так как же я хочу вес сбросить? Считайте. Но на самом деле самым простым способом это будет кушать каждый раз кашу – мясо, кашу – рыбу, кашу – яйца, кашу – творог. Источники белков, жиров, углеводов. В одном я советую, пища, да, обязательно, да. Обязательно, конечно. Конечно. И обязательно используйте вот этот вот метод. 4-5 раз в день человек должен вот так питаться. И подсчитывать. И подсчитывать, да. Друзья, другого выхода нет, надо считать. Обратите внимание на креативность Влада. Он, не имея скалки, нашел, чем раскатывать тесто. Покажи, Влад.
каждом доме наверняка найдется что-то круглое, чем можно раскатать тесто или же порезать это тесто на кружочки, как это сделал Влад, пиалкой, да? Да. Ну что, начнем? Начинку класть в наше тесто, а пока это происходит, вопрос, который касается и Влада, и доктора Тиграна, вернее, адресуется и доктору Тиграну, и Владу, бытует мнение, во всяком случае, я уверен, что многие зрители, которые сейчас смотрят этот выпуск, считают, что питаться сбалансированно – это дорого и не для меня. Опровергните или... Наверное, это правда. Можно питаться очень дорого, если у вас есть лишние деньги. Пожалуйста, вы можете покупать те же самые продукты, только привезенные с других мест за очень дорого. Вы можете вместо нашей обычной селедки, которая содержит абсолютно все необходимые вещества, которая ужасно вкусная, да, можно покупать такую же или чуть хуже, но в 100 раз дороже. Угу. Это большой миф. Сбалансированное питание, оно по цене, во-первых, во-первых, это глупо говорить про цену, потому что если не питаться сбалансированно, вы гораздо больше потратите на медицину и гораздо больше потратите на те проблемы, которые будут вызваны несбалансированным питанием. Но именно по цене продуктов это полный миф. Мы используем кашу, мы используем мясо, мы используем рыбу, творог. Мы используем зелень, овощи, фрукты, что тут? Все то же, что используется, когда люди питаются не сбалансированно. Мы просто меняем процесс приготовления. Мы меняем процесс, мы меняем ингредиенты, по сути говоря. Мы не добавляем лишнего, но мы получаем все, что нам необходимо. Питайтесь сбалансированно, мы вам показываем. Это удивительно просто. Так, начнем так. Лепить. Лепим. Покажу. Вась, мы пока с Тиграном будем лепить, а ты порежь зелень и... С чесноком. И очень правильно, что мне этот процесс не доверяется, йогурт. Потому что у меня руки для написания стихов. Высокохудожественная клейка вареников происходит в самом процессе. Под низкохудожественный хруст разрезаемого зелени. Ну, у нас на кухне так. Тихо не бывает. Итак, зелень куда? Добавляем греческий йогурт и чеснок. Да, включить воду, добавить туда лавровый лист. Поджечь? Поджечь, да. Давайте подожжем. В одной из программ мы уже поджигали лавровый лист, и разум мой был помрачен, когда я сравнил его запах с чем-то незаконным. Посмотрите, вот здесь описание этого выпуска, может быть, вы тоже подожжете его дома. Захотите поджечь его дома. Я поместил порезанную зелень в йогурт, и это теперь наш как соус, да? Это будет наш соус. Вместо сметаны, друзья. Чеснок добавлял? Нет. Надо добавить. А как? Хорошо. Добавить? Мелко-мелко? Стой. Зачем ты так? Зачем я так? Раз, и все, и добавил? Размазал его. И просто шинкуешь его там дальше. И добавляешь. Способ резки чеснока только что выучил. Так. Так, поджигаешь лист? А ну-ка, поджигай. Да. Осталось, собственно, приготовить наши вареники. Меня еще всегда удивляло такое заблуждение, как вот до 6 есть можно, а после 6 есть нельзя. То есть мы предполагаем, что если мы без 5-6 закончим есть пол торта, да, то будет все хорошо. А если в 6:03 это сделаем, то что будет? Отложится сразу жир. А, то есть вот эти 5 минут, 7. Они живут по расписанию там эти все. Друзья, это абсолютно полное заблуждение. Есть можно хоть когда вы проснулись ночью. Главное, что и сколько вы потребляете. Перестаньте верить глупым мифам. В том числе и для этого существует наша программа, чтобы развеять глупые мифы. Раз уж мы заговорили о времени приема пищи, то что конкретно можно есть ночью? Вот я проснулся и хочу есть. Ну, самое оптимальное, что для вас поесть, я вам скажу так. Да. Куриную грудку и кучу овощей. Овощи плюс мясо. Овощи плюс нежирное мясо. Или можете покушать просто овощей, если вы уже норму белка своего съели. Заполните чем-то свой желудочно-кишечный тракт. Не волнуйтесь, ночью он прекрасно работает.
Главное, не засовывайте в себя то, что вашему организму не нужно. А ночью ему что не нужно? Прежде всего, сахар. Потому что у вас и сон будет сложнее, и пробуждение будет не такое, и гормоны не будут выделяться во время сна. А что касается белка на здоровье, клетчатки на здоровье. Клетчатка – это овощи. Это то, что содержится в овощах и в кашах. Это клетчатка, это продукт растительный. Мы подошли к главному моменту выпуска – презентации блюда. Поесть. Да, после презентации блюда мы это сделаем. Ага. Итак, Влад. Насыпаем наш соус. Так. Сначала. Соус. И вот они. Вот они, готовые варенички. Выглядит аппетитно. И, как по мне, уже лучше, чем традиционный аналог. Я имею в виду просто вид. Да. Просто вид. К этим нашим вареникам следует ли добавить что-то еще, чтобы прием пищи стал полноценным? В этих варениках очень тонкое тесто, то есть мы получим очень мало углеводов. Вот там практически выдержана норма по белку и жиру, но углеводов там мало. Что, а можно делать? Толще тесто делать? Конечно. Делайте толще тесто. Не стесняйтесь этого. Делайте толще тесто. Просто дольше варить и все. Окей. В данный момент я бы это дополнил, ну, например, 3-4 хлебцами. Кстати, хлебцами или хлебом? Какая разница? Если в хлебе нету сахара или в хлебце нету сахара, то кушайте на здоровье и то, и то. Да, если в хлебцах есть сахар или в хлебе есть сахар, пожалуйста, не используйте ее. Ни того, ни другого. Формула. Очень простая формула. Друзья, мы приготовили сбалансированные вареники с творогом и зеленью. И прямо сейчас мы готовы сравнить их с аналогом, который мы показали в начале программы, а именно варениками с картошкой, зажаркой и сметаной. Давайте сравним. Итак, вот сегодня мы приготовили сбалансированные вареники. Вот их обычная версия. Здесь мы имеем до 500 калорий. Здесь мы имеем больше. И вот что будет происходить с вашим здоровьем и как оно будет уменьшаться, если вы будете питаться несбалансированно. И так далее. Питайтесь сбалансированно. Это была программа Мед плюс меню, и сегодня вы узнали, как приготовить сбалансированные вареники. Будьте с нами в следующий раз и узнаете чего-то еще более вкусного и сбалансированного. Надеюсь, вам понравилась наша программа. Надеюсь, вы научились готовить сбалансированные вареники. Задавайте вопросы, подписывайтесь. До скорых встреч. Всем пока. Всем пока.